Всем добрый день. Меня зовут Татьяна Егорова, и я рада приветствовать своих зрителей. Хотела вам показать витамины, которыми я пользуюсь. Называются они ВИТ-3-1. Здесь три витамина. Витамин А, витамин D3, витамин Е. Что мне понравилось, их не надо колоть. Их добавляют в корм. Можно абсолютно любой сельскохозяйственной скотине. Кошки, собаки, вот здесь даже на картинке нарисовано. Вот здесь вот сразу на пузырьке сетка, значит, наименование. И вот здесь вот кому сколько капель. И меня приятно удивило, что производит наш Сергиев Посад. У нас в городе это делают. И по цене относительно, ну, я считаю, что это вообще недорого. 100 мл пузырек стоит 195 рублей. Здесь вот ценник налепили. Оно видно плохо. Пропаиваю я примерно неделю, раз в месяц, курам. И храню в холодильнике. И чтобы не испортилось, так как у меня птицы не очень много, я пузырек не вскрываю. Вот здесь вот резиночку оставляю, снимаю только вот эту металлическую пробочку. И шприцом набираю, сколько мне надо. Потому что 100 мл это мне надолго хватает. Вот. Чем они мне понравились, что здесь три витамина в составе. Все. Всем спасибо за просмотр. Буду рада, если вам моя информация пригодится.